тут не скользко. Говорят, к запаху этих зверюк привыкаешь. Ага, древохлом. Очень полезная находка. Здесь очень жарко. Тебе лучше не входить сюда без чего-нибудь, что поможет тебе охладиться. Обнаружены барахольные дюны, где солнце встает каждый день, а пересечь линию на песке означает борьбу между жизнью и смертью. Тихое поскрипывание металла должно означать, что привязка где-то рядом. Это жижеорант. По идее, должен избавлять топливо от дурного запаха, но что-то оно не работает. Я бы не назвал эти места уютными. А вот монстр запросто. Оставайся сверху, и все будет в порядке. Это жижеорант. По идее, должен избавлять топливо от дурного запаха, но что-то оно не работает. Я бы не назвал эти места уютными, а вот монстр запросто.
земля сухая, как спина ящерицы. Песок выглядит так, будто кто-то его покрасил. Вся зелень отсюда сбежала. Транспорт не нужен? Тут рядом на булочной ветви торговщик животяглом. Может быть сокрыто во всей этой бесплодности? Транспорт не нужен? Тут рядом на булочной ветви торговщик животяглом. Тут все кажется влажным.
Посмотрим. Судьба прикольная штука, но иногда совсем не смешная. Этот старый дом видал времена и получше, но там все еще может найтись что-то стоящее. Бах-резь! Глаза открылись. Полезная находка. Кажется, по пути попался шапариум. Может задержаться и взглянуть? Yeah.
Вот-вот откинется. Тыщ сильней. Нифига себе ударчик. Лупи от души. У тебя есть шанс сделать будущее лучше или хуже. Антенну нужно нацелить в правильном направлении. Как глазоящик заставить вещать, тут уж как повезет. Но если повезет, то выходит круто. Крепко приятно будет с тобой поболтать, когда ящик времени будет. Полностью тебя понимает. Thank you.
впереди будут места и похуже. Разобрано на составляющие. Это сырье всегда пригодится. У тебя чутье на такие штуки. Это бумкрывище 9H. В принципе, оно должно защищать от бумов. Охламительно. Еще немного хлома. Не так плохо, учитывая, как далеко мы от поверхности. Осталось всего половина. Отдупась их! Палец на спуске дергается. Грязь! Какой прекрасный звук! Это может пригодиться.
каждой минутой все меньше света. Интересно, что ты сможешь из этого намутить? Как раз тот хлом, что тебе нужен. Смотри-ка, не дом, а развалина. Вдруг там что-нибудь найдется. Раскрути палку! Отличная штука. Руби, дубась! Крепление здесь. Хоть и не топор, а мало не будет. Безобидные раны. Тебе надо понимать, насколько все серьезно, если ты хочешь на что-то повлиять. Круче прежнего.
тебе нужен верный порядок клавиш. Техника минувших дней все еще с нами, хотя сказать ей нам уже нечего. Биологическая опасность. Дрянь какая. Дрянь. Настроение отличное, хотя все решили, что это труп. Хозя из куку, Джоанна. Говорит, что, по слухам, ты делаешь лишь то, что считаешь нужным. Беспокоится, что ты не ценишь чужую жизнь. Бадаян она лове. Просит тебя поступить по совести. Отчет за любые свои действия ты будешь давать только себе. Каку! Радуется и удивляется тому, что эту катастрофу тебе удалось превратить в благословение. Да сгинет тьма! Это же не гонка! Ты говоришь это только потому, что проигрываешь. Это не значит, что я ошибаюсь. Нет, куча других вещей значит, что ты ошибаешься. Хорошо. У тебя есть все, что нужно. We'll be right back.
Рука смерти. С такой штукой ты врагов в порошок сотрешь. Thank you.
подхлестни скакуна и укажи ему путь. Вон в том дирижабле, значит, будет магазин у Панча. Лучшей улучшальной скамьи в округе нет. Посмотрим. Руку вверх, все выше и выше. Хорошо, что у тебя сильные мускулы. Утверждает, что лучших товаров ты нигде не найдешь. Дел у всех полно, так что не переживай. Найди нам красивый закат, ускачем в него. А вот и конец пути. Спорим, тутук здесь поблизости. Это день блямбудка древних. В стародавние времена слова приходилось тянуть по проволоке через жужкабель вместо того, чтобы пускать их по воздуховолнам. Похоже, жужкабель зажужжит, если покрутить рукоятки на пульте управления. Жужжит и готов к работе. Отлично выглядишь. Ну, так ты хотя бы не промокнешь. Дальше ломать уже некуда. Всякая мелочь на пользу. Биологическая опасность. Страшно до мурашек. Говорит, что это терраглобус из стародавних времен. Картосборник, по которому и расстояние можно вычислять. Бьюсь об заклад, он еще работает.
Это твоя жизнь. Победишь или потерпишь поражение, зависит только от тебя. Нужно вращать координатные ручки на круглой земле, чтобы картосборник заработал. Всегда полезно иметь под рукой пару древохлонов.